Привет, друг! Хочу познакомить тебя с Caroza Studio. Здесь ты можешь заказать качественные работы от дизайнеров, программистов, 2D и 3D художников, скиноделов и билдеров. У нас присутствует баланс цены и качества, что делает наши услуги куда выгоднее, чем у других студий. Администрация была отобрана максимально ответственно, в связи с чем оформление заказа будет крайне комфортным. Более того, студия часто проводит розыгрыши среди своих подписчиков. Так чего же ты ждешь? Быстрее переходи по ссылке ниже и используй промокод на первый заказ. Натахи, Славы, свадьба, быстрее. Да пофиг мне на их свадьбу, это раз. Два, так у них была свадьба на предыдущем стриме, разве нет? А, то есть сейчас уже весь чат не знает, почему стрима на предыдущей неделе не было, да? Потому что я в Турции был! Я в Турцию улетал! Меня неделю дома не было, я вот вернулся позавчера только. 2 дня назад я вернул. Поэтому стрима не было, потому что я в другой стране был. Но, господи, спаси. Пока я был в другой стране, произошло столько всего. Вы бы знали, кошмар. Вот сегодня как бы на стриме надо идти разгребать проблемы мокрого вантуза, которые произошли за последние 2 недели. А произошло там кошмар сколько всего. Вот я... не успел начать стримить, мне в чате уже орут то, что там свадьба Натахи какая-то, вообще пофиг на эту Натаху, я с ней не общаюсь. Если вы заметили, в последних роликах Натахи даже не было. А, вчерашним был. А, так вот, надо рассказать, что это такое. Вот, да. Поэтому я был в Турции! Сказать, что я отдохнул, не скажу, потому что я не отдохнул. Я после... Да кто мне написывает? Здесь нифига непонятно. Мокрый ван... Балдёж! Я даже не заметил! Хорошо! Мокрый вантус, корм для собак. Гнилая, сам бы ты гнилую плоть, это... Мокрый вантус топ от Мортифера, поставил икс данул. Ага. Какой-то дебильный подъем, я не знаю. Чилл-зона. Тут еще. Нифига себе. То есть там... Все на свадьбу срочно, Костя пишет, все приходите на свадьбу. Мне надо уточнить, что мы делаем по поводу свадьбы, потому что у меня что-то такое странное ощущение, знаете ли. То меня заманивают на свадьбу, и свадьба, ну, не все там так просто будет, как я думаю. Hello? Алло? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Банан, я уточню, в твоем городе свадьба, да, сейчас будет? Ну как в моем? Тут в Пельмени целый город. Это не только мой город. То есть просто самая обычная свадьба, да? Ну, как самая обычная? Тут прям и Слава Корби, и Наташа, предательница ваша. Вот. А почему у вас на нейтральной территории свадьба проходит? А потому что только мы предоставляем услуги свадьбы. А к священникам, да, священникам кто будет священником? Я. Здравствуйте. Хорошо. Главный священник. Если вы не против, мне надо буквально вот это вот все. Господи, спаси, сохрани Майнкрафта! Что случилось? Инсульт позвоночника случился. Если вы не против, мне это, двадцатый уровень. Куред и кто-то, Иксданил Клайб здесь? Я здесь. Да, я тут! Можно вас в отдельный дискорд-канал на пару секунд? Да, конечно. Мы здесь втроем, да, здесь? Я здесь, да. А свадьба, как вы думаете, максимально обычная будет? Не знаю. Тут у меня такой диссонанс в башке, ты бы знал просто. Ты, учитывая, что мой спонсор, ты как бы можешь с нами пойти... Немного потусоваться, Хурейдозер. Вот, потому что мне почему-то кажется, что нам сегодня подкрепление нужно будет, да, Клайп? Я считаю, что да. И динамит. И очень громкий. динамит. Можешь, пока я буду собаку хромить, подготовить парочку кусочков и мне потом передать? Мы салют делаем. Свадьба, да. Свадьба же будет, поэтому как бы на свадьбе нужен салют. Все хорошо. Встречаемся через 10-15 минут, а то меня подписчики сейчас загрызут, если я собаку не покормлю. Где Клайп? Не знаю. Я в пельмени. Потише сделайся, Клайп. Я сделал уроки. Орешь как резанный. Ладно, хорошо. Мы поговорили. Короче, дайте я вот это вот сниму, потому что реально надо... Надо все это нафиг снять. А сейчас, как вы думаете, обычная ли это будет свадьба? Потому что, ну, как-то максимально странно то, что Костя, который мэром пельмени,
И Слава Корби, который женится на предательнице Натахе, зовут нас на свадьбу. Я как бы понимаю, что это нейтральная территория, сражаться там нельзя, но что-то мне кажется, не все так просто будет, не?